Ну, он уйдет. Он уже ушел. Мне здесь вода не туда. Мне уже неохота ничего. Я покупал варды с Лехой, что-то антиварды, моменты какие-то создаются. Вообще уже руки опускаются просто. Да, 1100 хп, 1100 денег, я не знаю, что даже. И сарафна бегает. Ну я не могу, арахну один забил здесь. Вот здесь бегает Пеблс. Он вот ар... Давай, покажи. Есть, ехал. Я помогу ультой. Арахна, выкуп. Отходи. Блядь. Броню на плюс. Эй, я не прохожу даже. Блядь. Сказал Арахна, выкуп. Лёх мог уйти, блядь. Чё? И чё ты не ушёл ты, блядь? Зайди сюда. Вот сюда зашёл бы. А, тянуть время, по сути. Куда сел? А, на реген. Ну, все, ты умер. Сказал Арахна! Да кого сказал, блядь? Ты игру слил, хули ты, блядь, сказал? Ты, блядь, 10 моментов, блядь, минимум просто, блядь, проебал. Ты их не проиграл, ты их проебал. Не-не-не, ПКБ. Просто попытайся адепать. Уже бьет паучок тебе. Убей паучка. Смотри, как лечит. Я еще будет талисман. Смотри, как коцает паук. Ну там 1100 хп. Больше, чем мерки. Жесть, больно. Инвистом. Я не знаю, мы не успели Арахну забить, она успела ПКБ включить. На топе. На топе, когда убили Арахну, мы успели Арахну убить. Ну, у Арахны нету одного зуба. То есть еще один зуб потратить. Все. Только мы, блядь, уже без лайна. Блядь, у нас даже вышки нет, блядь, здесь. Ну, поэтому нам надо стоять на дефе. Тихо, лучше бы он к нам повернулся, я его... Блядь, лучше бы ты заткнулся, блядь! И прыгнул. Блять, вон он. Все, забей. Ну Арахна ж там явно где-то рядом, он. Ну лег. Тихо. Блять, вон Пеблс один! Арахна взяла инвиз. Иди нахуй. Я АФК стою. Арахна взяла инвиз. Ну, здесь крипы понашли. Вот Арахна. Ну, все, Пеблс. Понятно. Иди нахуй, Пеблс, блядь. Хуеблс, блядь! Я ссали. Димар, ты жми консил. Да, ща я разультюсь сейчас. Может, ультану там. Снова пора. Ты готов? Нет, да, блядь. Не видно. Опять сало. Блять, это что-то игра, блять, почти на уровне Андрея, когда он боится инициировать. Я? Андрей, ты виноват. А, он тронулся. Чё он в камеру? Ой. АДФ? Да давай контент. Чем главное здание. Да нет, мы снесем, я тебе говорю. Подожди чуть-чуть, реально. Ну подожди чуть-чуть, там осталось 19 секунд на торте. Подожди чуть-чуть. 40 секунд, да. Разулечку подожди чуть-чуть. Подожди чуть-чуть, пожалуйста, ладно? Я всю игру жду. Момент. Еще, давай еще 40 минут подождем чуть. Ну надо херц, реально, надо херц, просто херц. Хер тебе, блять, надо, врило.
Вот, говорит, надо хекс, когда он его проебал двумя выкупами, когда ты два раза отдался просто. Сахарок, давай, оформи быстренько хекс. Ну, сейчас оформим. Это все, потому что я ветра не собрал. О, стан. Блять, точно на уровне Андрея. Какой вард хекс оформи. Ветра. Бабочка на арах. А она в прошлом замесе была. Да похер на эту бабочку. А что ж ты в нее въехал-то тогда? Пришлось. Вот здесь нас видят. Вот давай здесь нас видят. Встань. Пэблс. Тут кто нас видит? Тут вард есть? Пэблс. Вот тут мы стоим. Вот нас... арахнул. Да, нас видит. Арахнул? Я не знаю, нет. Меня толкните. Я умер. Блять, все понятно. Ты еблан, блядь. Я сказал, нас видят здесь. И чё ты стоишь? В тебя, блять, въехали, блять, в тебя. Блять. Иди нахуй просто, все. На мне сало было. Сейчас подумаю. Мне срать на тебя уже. Просто слил гад. На турнире, ну, нормальные 5 на 5, там одна ошибка игры стоит, а тут было просто их 10, блядь. Просто 10 косяков, лютых. Каких 10, блядь, там, блядь, каждый файт, блядь, косяк. И это как бы не в том смысл, что там стан там никто дал, это все херня, ты тут вообще, ну, мог просто ничего не делали. Мы бежим на хосте, там, блядь, все за нас просто, хоста. Давайте какой-то итог подведем. Блять, подводить даже не надо. Ну давай. И мы... Так, зайти. Удалить игрока. Зарепортить. А, блять, надо же писать, блять. Просто, блять, вот реально, блять, каким-то дауном проиграть. Ты, блядь, сидишь,